Страшно! Ёб твою налево, это что это такое за канитель? А! Напряжение на пределе! Тихо-тихо-тихо-тихо! Всем приветики! Рады видеть на моем канале Телька Плей, я Наташа, мы сегодня с вами продолжаем играть в башню ада профессионалочку. А в прошлый раз у меня почти получилось подняться, но мне не хватило вот столько, там просто пукан разорвало на две части, да, если раньше он был просто разделен, то теперь он просто порван. Но я не сдаюсь, я надеюсь, что я смогу все-таки пройти профессиональную башню за одну единственную жизнь, поэтому, ребята, поддержим активно титечку лайками. Вот, подписываемся на каналчик, а я уже упала. Вот именно так выглядит разочарование, господа. Именно так оно и смотрится. Ну, что поделать. У нас еще есть время, 5 минут. Правда, за эти 5 минут я не успею даже дойти до Китая, условно. Даже если бы до него было идти совсем близко. Но ничего. Да ядрить твою налево, какашка. У меня не получается. Это что за прикол? Это скам какой-то. Зачем нам такой скам? Нам такой скам не нужен. Ну, по крайней мере, я от лазера еще не откисну. Ладно, будем считать это разминочной тактикой, галактикой. Знаешь, типа такие. Распрыгиваемся с тобой. И раз. Да я тритую. И два. Да. И трис. Да в смысле? А почему не получается? Я не хочу покупать пружинку. Нет, я не хочу сливать. Блин, вот началось, когда куча людей. Вот это вот начинается. Я не вижу. Уберите свои жопы блестящие, пожалуйста. Она еще так долго остается. Это вот непонятно, этот ленточный червь. Вот, вот оно, вот оно. Вот это ваш ленточный червь. Мне все поднасрал. Ладно, я пойду искать новую башню. Надеюсь, что мне повезет. А можно считать, что мы чуть-чуть с вами распрыгались. И что-то там у нас даже получилось на пиписю. Ну, ничего страшного. О! О, не, всю эту башню сразу меняем. Эта башня сразу идет куда подальше, потому что тут и щит, и двойной прыжок, и какой-то там плюсик. Я даже не знаю, что он делает. Возможно, догадываюсь. Чего, блин, а где тут выход? Что за... Куда я попадаю сегодня? А можно что-то нормальное? Спасибо. Надо найти что-то реально адекватное, то пока что какой-то трэш. Вот, 6 минут, нормальная башня. Ничего нет, никаких бафов, ни дебафов. Красота. О, все, смотри, начало положено. Смотри, какие милые, маленькие, красивые кубики. Ну, красота, да и только. Ну, о, и все. Все. Вот сразу бы так. Вот, вот где нужна была разминка, пацаны. Смотри, как красиво. Раз, два. Ой, какая прелесть. Ип, и все. А вот тут такие... Ой-ой-ой, тут надо в другую сторону прыгать. А я думала, надо через лазер перепрыгнуть. Хорошо, что мой мозг успел сообразить. Переварить данную информацию. Но там нужно прям как-то с запасом прыгать, что ли. Типа наперед, чтобы она успевала про тебя прокрутиться, что ли. Но это достаточно сложная механика, хочу вам сказать. Но сейчас будем стараться, а что делать? Мы же с вами по натуре борец, поэтому боремся. Да в смысле ты не зацепилась? Культяпки тебе твои зачем, дорогая моя? Надо ими хвататься, а не отпускать их. Такая глупая, ну вы же видели, я четко прыгнула на эту башенку зеленую, блин. Че за кринж? Ладно, нормально, давайте не будем торопиться, сказала Наташа и побежала такая. Вперед! Вот, ну, вот, теперь ты схватилась. И раз, два. Я не понимаю, как это работает. Все очень сложно, пожалуйста, помогите. 5 минут. А кто-нибудь вообще поднялся выше? Нет. Смотри, у меня есть шанс стать не единственной лошарой здесь, кто поднимется выше, понимаешь? Или я буду в числе всех остальных. Мне кажется, я буду в числе всех остальных. И раз. А, смотри. Ля, лайфхакерша. Давай. Я сломала Roblox. Давай. Не повторяй за мной. Там была щель. Ну ты видал? Вот это я понимаю, профессионалка. Придумала систему свою, хакнула эту жизнь просто. Ну все, значит, я могу подняться. Главное, чтобы никто мою тактику не повторил. Но они же не видят мою тактику, правильно? Так что ее повторю только я. Профессионалка. Поехали. Слышь, не повторяй за мной!
Упади. 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 Нельзя повторять за мной. Уйди. Уходи. Через это самое. Уйди отсюда, пожалуйста. Надо как-то пробраться не в щель. Я думаю, что надо подойти максимально к вот этой вот штуке. Блин, подмыха зачесалась. Это плохо. Вот, смотри. И потом... Хопа! Она упала, а я нет. Вот и все. Кто профессионалка? Я профессионалка. И плевать то, что до башни еще когда заднички очень высоко, но тем не менее... Я уже как бы близка к победе, посмотри, какая я женщина. Я дошла до сюда, я молодец. Давай, 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 еще. И... В смысле, блин? В смысле? В смысле ты упала? Какашка! Это вот за то, что я смеюсь над всеми. Это карма называет. И все! Это все из-за того, что еще подмыха чешется. Хочется ее чесать. Вот я ее чешу, она меня отвлекает. Это дезмораль минус 50 просто падает и все. Потому что вот не надо, чтобы подмыха чесалась. Что она чешется-то? Может, не надо, чтобы она чесалась? Здрасте, здрасте, здрасте. Как дела? Нормально? У меня тоже хорошо. Не жалуюсь. Вот я так же упала, представляешь? Так, поехали. Но за 2 минуты я могу чуть-чуть подняться выше, но я не думаю, что это как-то сыграет мне погоду. Будем считать эту башню еще одной разминкой. Зато мы научились с вами новому трюку в Роблоксе. Это вот ходить вот так вот по воздуху. Можно представить, что я какая-нибудь богиня. Богиня воздуха, например. Я даже не знаю, какие есть богини воздуха, если честно. Но, наверное, какие-нибудь есть. Я знаю, там, победы и войны, кашкаков именно, всяких там вот этих вот любви, плодородия. А вот королева воздуха, я не знаю, кто это такая. Если вы знаете, то пишите в комментарии, кто такая королева воздуха. Надеюсь, вы напишите Тильк, потому что, ну, как бы, действительно, что результат тут очевиден. Я королева воздуха. Тут такое ощущение, что вот эти вот пробелы, они как будто бы ширше. Да блин, надо было вовремя остановиться, а она проскальзывает. Или просто прыгнуть надо. Короче, все. Катка просрана, но надежда все еще есть. Надежда не быть лохом, надежда... Не, ну хотя там вроде бы наверху он есть какая-то красная полосочка, мне кажется, это человек. Просто он почему-то не отображается, не знаю почему. У него какой-то забагованный невидимый скин. Повезло, чтобы никто не видел позора. Мне такое надо, знаешь, такая чистая. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, и все. Я сейчас просто в определенный момент с этих платформ попытаюсь прыгнуть, и все. Но я не уверена, что я смогу дойти. Тут одни, блин, эти вертящиеся штуки крутящиеся. Что-то мне это напоминает. Тихо, спокойно. Надо просто сейчас будет прыгнуть, и все под конец. Если бы я под конец прыгнула, то все было бы классно. Блин, ну кто-то ускорил время. Я же говорю, там кто-то есть наверху. Какая-то вредная какашка, которая ускоряет временяшку. Зачем? Я вот никогда не ускоряю время, если дохожу 1 или 2 раза. Давай 14 секунд, чтобы проверить мою теорию. 9, 7, 6. Да, надо было просто прыгнуть. Надо было просто прыгнуть. Ну ничего, в другой раз повезет, как бы. Что тут у нас интересно? Ой-ой. Ой, все. Не, надо пропустить. Женщины, больные люди, мужчины, дедушки, бабушки, все вперед. Я пойду самый последний. Оп. Ой, подожди, не, я боюсь. Тут нужно с таймингом угадать. И раз. Побежали. Спасибо. Здрасте. Ой-ой. Блин, вот эту штуку ненавижу. Тут она очень сильно мешает. Главное не зацепить. Блин, что вы там столпотворились? Вы закрываете виды. Господа, надо пропустить их всех вперед, потому что в такой толпе людей это не есть хорошо идти. Вот, видишь, девочка просто не заметила. Ля, такая очередь за Биг Маком. Ха! 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 И сейчас я такая... Ха! Хе! Это сейчас был скам. Ну ладно, идем в новую профессиональную башню, то мы завалили с вами. А я говорила тебе, что так и будет. Я тебе говорила. О! Тихо. Под новый лазер, блин, мы только в башню зашли, уже какие-то новые лазеры. Итак, и... Раз.
2 стрис, 4 спять, 6 семс, 8 девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ебой, я поднялась, молодец. Главное вести счет. Когда ведешь счет, тебе как будто бы подсознательней проще. Вообще надо считать типа раз-два. О, что это тут? Оп, подожди. А меня, подождите. Ой, фига там девочка-компуктер. Я девочка-компуктер, девочка не летсплей. А еще у нее нет штанов. Блин, такой интересный, экстравагантный, хочу сказать, компуктер. И раз. Пока что все, в принципе, хорошо. Не торопимся. Она поближе подъедет. И раз. А, вот так вот. Оп. А, есть! Ой-ой! Ай! Ай! А-а-а! Страшно! Ёб твою налево, это что это такое за канитель? А-а-а! Напряжение на пердели! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ирс! Молодца! Хоп! Хоп! Нормально, нормально. Жив, цел, орел. Орел, король. На грани была. Ай! Ай! Блин, а вот это как... Не, это все, это сейчас ГГ будет. Вот эту штуку я сейчас не перепрыгну, ребят. Вы уж меня простите, но вот на этой компетенция моя как бы... Я, бляха, ну почти, почти получилось. Почти, я единственная туда так высоко поднялась. Так что считайте, что я молодец. Была, была, но всплыла. Давайте попробуем с вами еще раз, потому что мы не сдаемся. Блин, ну как тогда было хорошо, я могла бы завершить все свои страдания. О, другая башенка, хорошо. Но тоже начинается с голубой. Но на этой штуке мне тоже не всегда все получается. Но надеюсь, что в этот раз все получится. Блин, по какой бы пойти? По длинной? Давайте по короткой. Короткая выглядит более безопасно, но она более такая. Более узкая тропинка. Оп. Молодца. Оп. Оп. Аккуратно. Молодца. Ого. Главное, башкой своей не тыбзнуться. Ого. Это что это за такой маленький кубичек? И что я с ним должна делать, с этим маленьким кубичком? Вы чего? В смысле? Я до него даже не допрыгну. О, допрыгнула. Стоять. Стоять, бояться, не пердеть, не пукать, не шелохнуться, не шевельнуться. Хорош. Молодца. Титька молодец. А дальше куда? Ага, вот сюда, на вот этот кубик маленький. А я башкой не ударюсь вот об этот? Давайте вот так чуть-чуть. Ну, я знала, что я ударюсь об него головой. Я знала, что это сейчас так и будет. Удар башкой об этот кубик. Это надо было даже к гадалке не ходить. Насколько это все было именно так. Очевидно, что я ударюсь там башкой. Хотела быстро показать, хотела вам показать спидран, но спидран не удался. И раз, два, три, четыре, раз, два, хоп. А чё я как-то как будто бы выше прыгаю? Ага. Хорошо. Поближе. Оп, оп. Не-не-не. Не-не. Оп. Так. И раз, два, куда? Это что за прикол был? Нормально же общались, ты что свалилась-то? Ё-моё. Не, ну там сейчас от часу не легче, но там вроде бы не сложно. Мальчик, он с пружинкой проходит, но я не хочу проходить с пружинкой. Пружинка для слабаков. Или для тех, кто хочет дойти точно гарантированно до финиша. Но это не я. Я пока что не вижу здесь перспектив на дальнейшую счастливую жизнь мою. Поэтому пока что вот так вот.
Ну, хотя бы на кубиках я научилась прыгать, хотела сказать, но свалилась этот момент. Ладно, я подожду новую башню. Ну что, господа, новая басенка, 9 минут 54 секунды. Надеюсь на счастье и порядочность этой башни, потому что, ну, то, что до этого происходило, оно не должно было происходить. Жаль, конечно, этого добряка, но ничего, я попробую еще раз. Итак, и... Yes. Да ёб твою мать. Давайте мы не будем падать отсюда, здесь же вообще на изи. И... Да блин, в смысле? Ты чё, дура, прыгать не умеешь, что ли, алё? Какашка слона, давай, и раз, и два, и три, молодец. В чем была сложность, я не знаю. Хоп, молодец, умничка. Ой, блин, подождите, я не вижу ничего. О, вот эту штуку я люблю. И ап, и ап, и ап. Тут главное успевать мышку подкручивать. Ну как так-то? Но почему? Почему она долетела, а я нет? Она долетела, а я залетела. Ха! Шутки за 300. Ну ладно, главное, что я от лазера не откисаю. Остальное не важно. И... Хоп! 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 Молодец! Какая молодец! Преодолела! Ой, вот эту вот я штуку не люблю. Вот эти вот балочки для меня тоже страх тот еще. Блин, вот сейчас бы пяточкой бы не задеть. Аккуратно. Аккуратно. Тихо. Спокойно. Ни хера не вижу. А это, пожалуй, ГГ. Если вы хотели увидеть, как выглядит ГГ, оно выглядит вот так. Блин, а там вон уже смотри, как просто. Ой, блин. Ладно, давайте оценивать обстановку. А, я поняла. Я поняла! Или нет? Нет! Я не поняла! Ой, блин! Это такой кринж просто! Но это реально, это нечестно! Это нечестно! Я эту штуку ни один раз, по-моему, не проходила. Тут все что-то в самом начале трутся. Чего вы все в самом начале трете тут? И раз, два... Три, четыре, вот сейчас до конца, разгончик, молодец, умничка, молодец, оп, молодец, отлично, хорошо. Так, подождите. У меня должен быть план. Тихо. Бляха, ёб твою налево, какаха! Вот это напряжение на перделе! Возможностей! Просто мне сейчас так руки трясутся, вы не представляете. Есть, я на фиолетовой! Фух! Второй раз я такую говнину повторить не смогу. Нет. Все, я начала нервничать. У меня прям это... Заколотилось все. Ну ладно, это я вроде бы проходила. У меня только вот это вот может вызвать проблемы. Все!
Я сдаюсь. Спасибо за внимание, до свидания, как говорится. Это какой-то кринж. Как можно было так свалиться? Я говорю, я начала нервничать, и вот оно вот так вот пошло. Нельзя в этой игре нервничать. Она чувствует... Ой, блин, куда я попала вообще? Что за банька-парилка? Где выход? Покажите мне выход. Что-то у вас какие-то тут это... Непристойные вещи в тумане делаются. Я такое не люблю. Я против такого, я ухожу. Последняя надежда, как говорится, умирает последний, да, или как там, ну, неправильно сказал, но тем не менее. Значит, еще один мой любимый криптонит, это вот эта палочка. На нее нужно запрыгивать прям быстрее гораздо. Куда дальше? О, успела, успела, молодец! Титька, молодец, успела. Я успела, та-та-та-та-ти-ра-ти-та-та-та-ти-та-ти-та-ри-ти-та-та. Ну, давайте, у меня боевое настроение, я жду пластиночку. Хорошо, пластиночка приехала, сейчас надо будет успеть прыгнуть вот на эту штучку. И раз, молодец, какая умничка сегодня. Ну, чё, куда, по короткому пути? Давайте по короткому, то есть по длинному. Фу-ху-ху-ху-ху-ху, молода. Най-най-най-най-най. Опа. Не, ну ладно, это, с этим я справлюсь. Главное, чтобы не было лазеров, потому что лазер это самое страшное для меня. Особенно лазеры в комбинации с какими-нибудь вертушками и прочими непонятными крутящимися штучками. А тут ты просто идешь по прямой. Главное не заваливаться. Вот ты, наверное, не пройдешь этот тест, если ты пьян. Но не знаю, как надо его не пройти. Кем надо быть, чтобы вот тут не смочь пройти вот эти палочки? Это же типичная грация картошки и кошки. Ой-ой-ой. Не, ну в принципе там не сложно. В принципе мы такое с вами 100 раз сделали. Так что... Иди, чё встала? Понятно. Хоп. Ап. А, тихо. Вот сейчас чуть не потеряла равновесие. Это было херово. А дальше мне куда? Ёб твою мать, вот это сейчас страшно выглядит. Вот сейчас уже стало не по себе. Страшно, очень страшно. Если бы не знаешь, что такое. А-я! И... Ладно, хорошо. Я жива. Пока жива. Все, я сдаюсь. Я сдаюсь. Я второй раз эту херню это делать не буду. Поэтому все. Спасибо за внимание. У меня не получилось, как всегда, поэтому до свидания. Поддерживайте меня активнее, может быть, в следующий раз нам повезет, как в предыдущей части, когда была девочка-ускоритель. Никогда ее не забуду. И надеюсь, она меня тоже. В общем, пока.